дети читают стихи, Гайнуллина Аделя, 10 лет, Республика Татарстан, село Черемшан. Александр Сергеевич Пушкин, «Зимнее утро». Морозы, солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись, открой сомкнутый негой взоры, навстречу северной авроры, звездою севера я вис. Вечер, ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась. Луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачное желтело, и ты печальная сидела. А нынче погляди в окно, под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя над солнцем снег лежит. Прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь ини зеленеет, и речка подо льдом блестит. Вся комната янтарным блеском озарена, веселым треском трещит затопленная печь. Приятно думать у лежанки, но знаешь, не велит ли в санки кобылку бурую запречь? Скользя по утреннему снегу, друг милый, предадимся бегу нетерпеливого коня и навестим поля пустые, леса недавно столь густые и берег милый для меня.